Добрый день. Коллеги, я вот не вижу, у нас участники подключаются, да, еще? Здравствуйте. Да, коллеги, тогда скажите, когда мы начинаем по плану, дайте сигнал, хорошо ли слышно. Я думаю, вопросы можно будет в чате писать. Так, вижу. Значит, все хорошо. Угу. Добрый вечер. Дождемся тогда, подождем еще пару минут, наверное. Спасибо. Коллеги, я думаю, я предлагаю начать, потому что у нас в любом случае формат консультации, будет запись. И сначала я дам общую информацию, которую вы, наверное, и так знаете, но просто кратко напомню по составу портфолио. Так что я думаю, давайте начнем. Меня зовут Грызунова Елена Аркадьевна, академический руководитель программы коммуникации, основанной на данных. И сегодня предлагаю построить так нашу работу. У нас консультация, у нас не презентация программы. Я расскажу коротко о составе портфолио для российских абитуриентов и для иностранных абитуриентов. И потом предлагаю вопросы писать в чате. Вот как раз где вы сейчас пишете. Там есть какие-то другие вкладки «Вопрос-ответ», но я могу их не увидеть. Поэтому просьба писать в чате. Если какие-то сложные вопросы, там что-то хотите обсудить, я думаю, можем тоже и голосом. Но, в общем-то, в чате... Да, если... Да, вот коллеги пишут, что можно поднять руку, и тогда наши... Прекрасные модераторы, коллеги школы коммуникации Высшей школы экономики вас тогда подключат к эфиру. Итак, начинаем. У меня тут небольшой... Да, вот, отлично. У меня получилось, кажется. Итак, у нас поступление на программу коммуникации, основанной на данных, по конкурсу «Портфолио». Подробно с содержанием конкурса «Портфолио» можно ознакомиться на странице программы в разделе «Абитуриентам. Траектория поступления». И там содержится вся информация. Что такое вообще «Портфолио»? Да, это не некая там, креативная история, как может быть на дизайне, да, где можно что-то такое интересное, творческое показать. По сути, конкурс «Портфолио» — это документы, которые вы собираете, которые наилучшим образом отражают все ваши профессиональные компетенции, которые нужны для обучения на программе. В рамках конкурса «Портфолио» проводится собеседование. То есть у нас максимум по конкурсу «Портфолио» у нас одно вступительное испытание, и в рамках конкурса «Портфолио», включая собеседование, можно получить максимум 100 баллов. Это вполне реально. У нас получали 99 баллов. Вот. И
Поговорим сначала о конкурсе портфолио для тех, кто поступает по общему конкурсу, и чуть-чуть отличается для иностранных граждан, потом тогда тоже рассмотрим. Вы, когда регистрируетесь в личном кабинете, то есть у нас есть первый пункт, да, это диплом с отличием. Когда вы просто регистрируетесь как абитуриент магистратуры в личном кабинете, подаете сначала общую информацию, документы, которые позволяют вам, собственно, претендовать на обучение в магистратуре. Вы туда прикладываете диплом. Но мы просим обязательно прикладывать диплом в рамках портфолио. Это важно. Такие вопросы поступают. То есть диплом прикладывается два раза. То, что вы прикладываете для того, чтобы получить регистрационный номер, это видит большая приемная комиссия вышки, она вас регистрирует, а мы вас оцениваем, экзаменационная комиссия. И вот мы хотим в любом случае, с отличием или не с отличием ваш диплом, мы хотим увидеть ваш диплом и вкладыш к нему. Во-первых, он, если у вас диплом с отличием, то вы получаете 5 баллов в портфолио. Если у вас диплом не с отличием, то в дипломе есть очень много всего интересного для нас, то, что может пойти в разные разделы портфолио. Например, уровень знания английского языка, как сам английский язык, ну, мы отдельно еще поговорим по каждому критерию, просто хотелось вот на этом сакцентировать внимание. Уровень знания английского языка, например, если у вас есть английский язык или какие-то дисциплины на английском языке, да, как у нас, например, в высшей школе экономики, там, project proposal, например, на английском языке, какие-то дисциплины, где написано, что они изучены на английском языке. Там у вас есть математические дисциплины во вкладыше, соответственно, они нам тоже очень интересны. Поэтому, пожалуйста, обязательно отдельным документом приложите диплом и вкладыш. Дальше у нас пойдем по разделам. Личные достижения абитуриента. Что мы здесь смотрим? Здесь можно приложить какие-то сертификаты курсов, которые вы проходили. Очень полезная рекомендация. Конечно, даже сама возможность, сам навык сбора рекомендательных писем, он очень много говорит о абитуриенте. И безусловно, здесь можно получить рекомендации как от ваших руководителей, например, по месту работы, от каких-то партнеров, коллег, а также рекомендации от научного руководителя, от преподавателей. Самое важное, чтобы рекомендательные письма вас характеризовали, какие-то ваши профессиональные все-таки компетенции в области, ну, для нас приоритет, конечно, чтобы там было понятно, что вы имеете навыки, знания в предметной области рекламы, связи с общественностью, владеете навыками анализа данных. Но если там, ну, какие-то содержатся, там, может быть, другие рекомендации, хорошие слова про вас, в любом случае это для нас ценно. Здесь уже, если это четко показывает ваш опыт и компетенции в предметной области, это прекрасно. Если в любом случае, если это хорошая рекомендация, там, рассматривает экспертная комиссия, как правило, какие-то баллы вы за это получите. Ну, может, конечно, разные рекомендации могут весить по-разному. Если это от руководителя какой-нибудь очень известной технологической компании, там, коммуникационной группы, и от человека, да, который может быть известен в индустрии, например, да, эксперт, это будет весить больше, если там еще и характеристика ваша профессиональная, если это, допустим, от научного руководителя, и может быть немножко, ну, не в предметной области, но все равно характеризует вас положительным, это учтем, это может весить по-другому, то есть в любом случае это важно. Да, давайте сразу отвечать на вопросы. С подписью от человека,
Конечно, рекомендательное письмо дается от человека, от компании. Ну, как бы человек в любом случае там, указывает свою должность. Да, поняла. Печать здесь не обязательно, да, если это рекомендательное письмо, ну, от компании иногда ставят печать. Но для нас важно, чтобы если там нет печати, есть просто подпись, и вообще в любом случае, даже если печать есть, для нас важно, чтобы мы могли проверить эти рекомендации, поэтому необходимо, чтобы были указаны контакты человека, который вас рекомендует. И мы могли бы написать, и он мог бы ответить. И контакты все-таки желательно, чтобы они были с какой-то информацией, да, какая-то корпоративная почта, либо корпоративная почта вуза, либо корпоративная почта компании, чтобы мы понимали, что, ну, мы верим, конечно, нашим абитуриентам, но все-таки, да, если это будут Google почты людей, да, каких-то, мы можем теоретически предположить, что человек там сам написал все рекомендации, придумал всех людей. Или там чат GPT написал вот, за него, да, и какие-то разные почты. То есть мы все-таки хотели бы, если там нет печати от компании, чтобы это была какая-то корпоративная почта, чтобы мы понимали, с кем, ну, с какой организации относится этот человек, могли бы ему написать, и он бы подтвердил свою рекомендацию. Что еще, да, здесь может быть в личных достижениях? Сказала, сертификаты, рекомендательные письма, участие в олимпиадах, в том числе, да, если вы заняли какое-то призовое место или не заняли какое-то призовое место. Ну, желательно, опять же, по профилю программы, но мы смотрим достаточно широко. То есть все, что связано с анализом данных, с рекламой своей общественности, с менеджментом, кейс-чемпионаты, хакатоны. У нас завтра, например, может быть, кто-то из присутствующих участвует, например, в нашем хакатоне с МТС. Здесь, кстати, за участникам хакатона с МТС, который мы проводим, программу коммуникации, основанной на данных, напоминаю, у нас есть информация, даем 10 баллов личное достижение, 25 победителям. Но мы принимаем все хакатоны, потому что хакатоны по умолчанию, как минимум, если они не связаны с рекламой, они показывают ваши компетенции в области анализа данных и программирования. Кейс-чемпионаты, реклама, менеджмент, ну, в общем-то, любые, даже если это будет какая-то смежная сфера, мы будем учитывать. Да, спасибо, коллеги. Вот ссылка как раз на наш хакатон. Значит, что здесь? Профессиональные и академические конференции, публикации любые. Здесь не обязательно, у нас все-таки не академическая программа, да, когда мы говорим про конференции, это не обязательно могут быть академические конференции. Может быть, вы уже выступали на каких-то профильных конференциях, например, и есть информация о том, что вы выступали. То же самое по поводу публикаций. Для нас интересно как публикации академические, так и, возможно, если у вас есть проекты, можно прикреплять. Вообще, чем больше вы прикрепите к портфолио, тем лучше. Но на самом деле мы здесь, ну, экспертная комиссия в большей степени оценивает именно документы. Но и проект, несмотря на какой тоже стадии, но мы это в любом случае учитываем. То есть я всегда считаю, что лучше прикрепить больше, чем меньше. И это создаст необходимое положительное впечатление. Ну, например, да, за проект, который, допустим, нереализованный, да, и предполагается в будущем как стартап, может быть, вы получите не очень много баллов, да, или, ну, смотря на какой он стадии, может быть, не получите, но, тем не менее, для нас это будет в любом случае поводом, в том числе для общения на собеседовании.
Приоритет, конечно, это какие-то, ну, какие-то документы, да, которые подтверждают уже реализованные достижения. Но чем больше, тем лучше. Мы хотим узнать вас и составить о вас наиболее полное впечатление. Что еще здесь может быть? Да? Здесь может быть копия трудовой книжки или электронная. Так, оценка в дипломе, да. Значит, про английский язык сейчас поговорим отдельно. Мы всегда учитываем оценки в дипломе, если там что-то есть про английский язык. Сам английский язык, освоенные курсы, у вас уже точно будет не ноль. Но мы должны сейчас про английский отдельно скажем, я просто еще про личные достижения, что еще здесь может быть, да? У нас здесь трудовая книжка, скан или электронная трудовая книжка заверенная. Что-нибудь еще. Наверное, уже тоже в процессе вспомним. Вообще, всегда лучше прикрепить больше, чем меньше. Прикрепляют, например, какие-то сертификаты по волонтерству. Иногда комиссия считает, что это более профильные сертификаты, потому что, допустим, волонтер как-то занимался продвижением. Иногда это может не учитываться, но в любом случае это всегда будет всегда полезно. Приоритет, как я уже сказала, курсы. Самозанятости. Можно, но, Даниэла, вообще было бы очень здорово, если у вас получится какие-то тоже рекомендации получить. Но, безусловно, можно договор, можно акт сдачи работы тоже прикрепить. Если у вас нет каких-то ограничений с точки зрения ваших взаимодействия с партнерами и так далее. Вот. Но всегда полезно, даже если вы работаете, но трудовая книжка скажет о вашем опыте. Если у вас есть трудовая, договор или что-то, да, но плюс есть рекомендация, это всегда, ну, более интересно и даст больше баллов. Ну, пойдем дальше. Про английский язык, тем более уже как раз есть вопросы. Английский язык мы учитываем все. Мы учитываем сертификаты об окончании языковых курсов, онлайн, офлайн, любой формат. Учитываем сертификаты международных экзаменов, любых, у нас нет здесь никаких-то ограничений. И баллы по английскому языку в приложении вкладыш в диплом. Вот что здесь важно, да, относительно вопроса о подтверждении уровня английского языка. Мы хотим, почему мы предпочитаем сертификаты какие-то об окончании курсов, да, или международных экзаменов все-таки, потому что мы хотим все-таки понять уровень английского языка. Вообще, зачем он нужен? Мы не просто так его включили, хотя сейчас у нас программа реализуется на русском языке. Вся литература основная, профильная, она в любом случае на английском. Журналы, тезисы конференций и все, что может быть полезного, это все необходимо будет читать на английском языке. Просто чтобы опережать индустрию, да, и соответствовать требованиям. Если посмотрите любую дисциплину, любой курс, там большая часть литературы, она будет англоязычная. Поэтому для нас, конечно, это важно. Мы хотим все-таки научную литературу читать не так просто. Даже если вы, например, просто можете свободно общаться на бытовые темы. Поэтому, конечно, это важно. И мы хотели бы понять уровень. Ну, то есть, чтобы он был как-то зафиксирован. Для нас, чтобы получить максимальный балл, точно получить гарантированно, должен быть уровень advanced или профессиональный, то есть C. В сертификатах он обычно указан. Если у вас диплом, и там есть просто иностранный язык английский и оценка. Мы не знаем уровень, поэтому здесь может быть не максимальный балл, но может быть у вас есть возможность как-то в ВУЗе получить эту информацию. Мы,
как-то нам предоставляли справку об уровне английского языка. Ну, то есть, чтобы точно получить максимальный балл, необходим уровень advanced. Дальше мы смотрим тоже по накопленным, скажем так. Это не значит, что если у вас нет бумажки, где написано C advanced, что вы не получите максимальный балл, потому что если у вас и такие курсы, и на английском языке вы проходили дисциплины, и у вас статья на английском языке, и там что-то еще, и учились вы за границей, допустим, семестр. Ну, как бы здесь все накапливается, мы понимаем, что вы, наверное, можете читать профессиональную и академическую литературу на английском языке. Ну, здесь разные бывают ситуации, это в любом случае портфолио, это всегда экспертная оценка. Движемся дальше. У нас есть пункт подтверждения уровня знания прикладной математики. Что идет туда? Значит, математика, это, ну, она не должна вас пугать, потому что математику практически все учили. Хотя, ну, бывает, что и нет, но тоже не страшно, у нас есть базовые дисциплины. В первом модуле сразу идет. Но все-таки, поскольку у нас анализ данных, конечно, мы бы хотели видеть абитуриентов с уровнем знания математики. Достаточно. Ну, естественно, мы говорим не про школьную математику, да, а про то, что вам понадобится. Статистика, теория вероятности, математический анализ, то, что обычно изучают в вузах. Не обязательно для этого, чтобы у вас было математическое образование. Например, в высшей школе экономики на большинстве специальностей, потому что у нас data culture, у нас все достаточно студенты компетентные и в области анализа данных, неважно, это гуманитарная специальность, это социальные науки или что-то другое, как правило, математика есть. Но во многих вузах тоже в той или иной степени она есть. То есть мы смотрим, в первую очередь, смотрим на вкладыш к диплому. Вот опять же, зачем он нужен. И там мы смотрим математические дисциплины. Там может быть написано что-нибудь интересное, может быть написано математика, да, или там статистика. И мы сразу понимаем, что это математическая дисциплина, экспертная комиссия понимает. Там написано, какую оценку вы получили и сколько часов изучали. И, исходя из этого, вы какое-то количество баллов получаете. Основа программирования на Python. Это в рамках именно диплома. Но в рамках диплома это считаться дополнительно не будет. Это если у вас есть какой-то сертификат еще, например, то это пойдет в личные достижения. Ну, потому что, смотря что подразумевается под основами, иногда там действительно бывает, что есть основа программирования, но при этом заодно еще и... Но заодно еще вот вместе вы с этим в рамках дисциплины изучали какую-нибудь статистику базовую, да. Бывает и так. Здесь мы переходим к тому, что если... Это, ну, бывает, что изучали просто синтаксис, и никакой математики там внутри не было. Мы переходим здесь к такому лайфхаку, ну, потому что возникают вопросы иногда, да, там, когда мы знаем, когда абитуриент из вышки, и мы смотрим его вклады в диплому, экспертная комиссия смотрит экзаменационные, мы можем зайти, и мы знаем, где посмотреть. Да, это основа мат-анализа, это в прикладную математику, да. Да, это безусловно. Два раза не посчитаем. Посчитаем математику, это безусловно как раз вот то, что нужно. Значит, возвращаясь к основе ВКР, регрессионный анализ. Можно, но не факт, что мы будем... читать ВКР, может быть, есть смысл тогда, если вы собираетесь прикладывать ВКР, у нас так делали, кстати, и то хотелось бы, может быть,
если бы вы приложили какое-то пояснение, почему вы прикладываете ВКР, что хотите, это именно вот подтверждение уровня знаний прикладной математики. Так, оценки, да, ну, с математическим образованием. Учитывается количество дисциплин. Мы понимаем, что с математическим образованием у вас явно в дипломе, Арина, да, конечно же, больше самих дисциплин и больше количество часов. Если там есть просто, ну, гуманитарное образование, но математическая дисциплина какая-нибудь одна-две, то есть их не будет просто в том количестве, которое вы изучали. Поэтому, конечно, как показывает практика, с математическим образованием оно просто наберется больше в любом случае. То есть что здесь учитывается? Здесь учитывается количество дисциплин, оценки, и уровень вуза иногда смотрят, и количество часов. Безусловно, здесь будет больше. Сертификаты платформы, да, если вы, Илья, да, вы их получите, вы именно оплачивали получение сертификата, мы приветствуем. Вот. Курсеры, я так понимаю, сейчас там не всем доступны, но вот здесь, если есть такая возможность, это прекрасно, это как раз и полезно будет в процессе обучения, и полезно будет в дальнейшем. Значит, возвращаясь к оценкам диплома, да, если мы говорим про вышку, мы более-менее можем посмотреть на какие-то программы учебных дисциплин. Если у вас есть математическая дисциплина, которая странно называется, ну, странно имеется в виду, что там не написано, что это теорвер, да, или что это матанализ, а написано, ну, что-то другое, да. Ну, на самом деле у нас такое есть, например, у наших студентов. Мы просто знаем, что это математическая дисциплина на нашей программе рекламы связи с общественностью. Как это называется, там анализ больших массивов текстовых данных или что-то такое. Ну, в общем, там мы просто знаем, поскольку это наша специальность, реклама связи с общественностью, наша школа коммуникации, мы знаем, что там идет интеллектуальный анализ текста. Мы знаем, что эта дисциплина подразумевает углубленный навык, углубленные знания математики, что там есть такая вот такое базовое машинное обучение. Вот. Ну, высшая математика нам на самом деле понятна, 17 учетных единиц — это очень серьезно. Вот я скорее даже говорю о том, что вот если это будет совсем такое странное название, ну, неочевидное, тогда можно приложить какую-нибудь программу или ссылку на эту программу, и чтобы мы понимали, что в дипломе что в дипломе эта дисциплина является именно математической. Некоторые во вкладыше как-то подчеркивают или там пишут, например, а вот вкладыш диплома, а математические дисциплины такие-то, такие-то. Но комиссии может быть совершенно не очевидно, что это математическая дисциплина, если вы нам просто так сказали. Если вы хотите обратить наше внимание комиссии на то, что эта дисциплина именно математическая, ну, лучше приложить какие-то содержательные ссылки. Но в целом обычно мы не упускаем эту историю и смотрим очень внимательно. Даже коллеги стараются сами что-то поискать на сайтах образовательных программ. Но всегда лучше убедиться. То есть если у вас есть возможность, то это как-то дополнительно подсветить. Что еще интересного мы принимаем? Про сертификаты уже сказала, потому что был вопрос. Курсера, Яндекс.Практикум, любые, опять же, вышкинские курсы по математике на открытом образовании и так далее, на других платформах. Это все мы, конечно же, принимаем, но не только вышкинские. Есть еще международные экзамены по математике, но ни разу
нас не прикладывали сертификаты, на самом деле мы их не требуем. Спокойно, совершенно можно набрать 20 баллов за счет разных сертификатов, но если вдруг что-то такое есть, то, пожалуйста, прикладывайте. Собеседование. Собеседование тоже много вопросов задают. Это не экзамен, то есть мы не спрашиваем какие-то знания, не просим там рассказать, не знаю, про какие-нибудь парадигмы коммуникации, и не просим там что-то посчитать, проанализировать. Это именно беседа с вами, чтобы вас лучше узнать. Но, тем не менее, у нас есть тематические блоки, они достаточно условные, хотя по всем блокам вопросы комиссия задает. Ну, может быть, там, в промежуточном таком, ну, в хаотичном порядке, да, не то, что переходим к блоку 1, а теперь блок 2, мы просто с вами общаемся. Но что для нас важно? Ваша самопрезентация, то есть понять, кто вы, чем вы занимаетесь, где вы учились, какой у вас опыт. Мотивация поступить на программу. Это то, что там, вы просто говорите, что вы очень хотите поступить. Это нам важно понять, зачем вы хотите поступить, то есть какие у вас вообще цели, насколько хорошо вы знаете программу, какие вам дисциплины интересны, какие преподаватели, может быть, у вас какие-то уже есть идеи проектов, над которыми вы хотели бы поработать. То есть ваша цель. И какую задачу для вас решает магистратура в плане развития карьеры. У нас есть блок по коммуникациям, по рекламе, связям с общественностью. Здесь мы не задаем вопросов, как на экзамене, как я сказала, но для нас важно понимать, что вы знаете индустрию. То есть здесь полезнее будет почитать, если вы вдруг хотите почитать что-то. Не учебники, а почитать профильные ресурсы. Например, состав, индекс. Что вы понимаете, какие есть компании в индустрии, какие кейсы вам интересны. То есть, опять же, где вы хотели бы работать, где... Какие ваши компании для вас, какие компании являются для вас компанией мечты? Где, что вы, в принципе, в курсе того, что происходит, и как вы можете связать коммуникационную индустрию и анализ данных? Еще один блок вопросов по большим данным. Опять же, я говорю, мы не просим ничего посчитать, но в целом, что вы примерно знаете тренды, вы знаете, что такое машинное обучение. О вашем опыте мы, безусловно, будем спрашивать здесь тоже. То есть, если вы изучали машинное обучение, если вы делали какие-то проекты, если у вас есть опыт работы в аналитике, здесь как раз об этом будет уместно сказать. Но если вы просто что-то, опять же, читали, что-то изучали, знаете кейсы, читаете Хабр, вам интересна эта сфера, это тоже будет плюс. То есть здесь не обязательно говорить о своем опыте, но опыт, конечно же, важен. То же самое и реклама, связь с общественностью, реклама, маркетинг, коммуникация в целом. Вы рассказываете о своем опыте, но если у вас нет опыта, есть заинтересованность и желание работать в индустрии, это тоже очень важно. И я прошу, потому что мне немножко подвисает презентация, переключить на следующий слайд. У нас почти все то же самое, коллеги. Сейчас получится. Да. Для иностранных граждан у нас практически все то же самое, но есть некоторые отличия. Я скажу сейчас просто про отличия. Отличие у нас в том, что у нас нет такого критерия, как диплом с отличием. Получилась такая тавтология, потому что иностранцы, конкурс идет уже давно, и могут, и могли подавать документы, быть уже приняты, и мы уже рассматривали иностранных абитуриентов. Так, да, я отвечу.
рассматривали уже иностранных абитуриентов, которые не закончили еще обучение. Поэтому некорректно именно просить диплом и оценивать его в данном случае в рамках отдельного конкурса, и мы это не учитываем. Можно было только подать справку об успеваемости. Но тут есть другой пункт, который важен для иностранных граждан. Это помимо знания английского языка, это знание русского языка, поскольку все-таки у нас обучение на русском языке. Поэтому отличие здесь в том, что вот эти 5 баллов, которые у российских абитуриентов идут на возможный диплом с отличием, здесь идут на знание русского языка. Так, можно ли пройти собеседование, документы дособирать до 25 июля? Мы проводим собеседование, если проводим собеседование с теми, кто зарегистрирован. Что касается подачи, то есть мы видим, да, у вас есть уже регистрационный номер. Что касается самого конкурса, то есть самого конкурса портфолио, да, у нас, если мы смотрим по датам собеседования, так, сейчас, где у нас тут есть информация. Да, тут она указана. В принципе, это возможно, да. Но главное, чтобы вы были зарегистрированы. Есть почта, на которую необходимо писать. Так, я сейчас здесь не все вижу, не всю информацию. Да, коллеги, скиньте, пожалуйста, почту, по которой можно записываться на собеседование. И дата собеседования, наверное, тоже еще раз. Так, вопрос. Так, насколько важно посещение пар? Конечно, важно. Но важно в каком плане? Мы не отчисляем за непосещаемость. Просто на большинстве пар проходят практические занятия, и многие там какие-то занятия в группах в том числе и так далее. И плюс дается достаточно эксклюзивная информация. И, соответственно, здесь, поскольку если мы говорим про обычные вузы и про вышку, различия, то сессия как раз самый спокойный период в высшей школе экономики. Потому что в основном оценка выставляется по накопленной. То есть, если вы не будете ходить, посещать занятия, то, соответственно, уже не будет возможности получить оценку. И уже пойдете на пересдачу. То есть, поэтому в этом плане посещать важно. У нас пары проходят на Малом Трусвитильском, то есть в нашем корпусе, в кампусе школы коммуникации. Так, у нас с Яндексом практическая подготовка, это проекты. У нас, в частности, с Яндекс.Лавка был проект в этом году. Да, спасибо вот за почту. Здесь... Можете написать на почту, чтобы записаться на собеседование, но пишите, пожалуйста, да, чтобы у вас был уже регистрационный номер, чтобы вы зарегистрировались с указанием регистрационного номера, и вас коллеги тогда запишут. Смотрите, портфолио, потому что портфолио можно подгружать, действительно. И можно его подгружать до окончания сроков приема. Но необходимо, чтобы вы были зарегистрированы. Потому что загрузка портфолио – это не обязательно единый процесс. Значит, в прошлом году на бюджетные места 85 из 100, на платные был 40,
Так, сейчас у нас он менялся. По-моему, сначала был 47, потом есть возможность по согласованию с руководством Высшей школы экономики изменять критерии заключения договора, и потом у нас, мне кажется, было около 37 баллов из 100 на коммерцию. Индивидуальное достижение за любой период, но опять же, мы можем просто что-то не учитывать. Ну, то есть, там, если это сложно представить, да, там, так, это школьные достижения, да, но они же могут тоже совершенно разные. Может быть, вы в школе написали какой-нибудь, сделали какой-нибудь уникальный проект, и это тоже важно. Для того, чтобы записаться на собеседование, нужно получить регистрационный номер. На самом деле, я думаю, мы это уточним информацию, коллеги, это важно. Просто есть два формата, два статуса. Есть зарегистрированный абитуриент, зарегистрированный, у которого есть регистрационный номер, который прошел регистрацию, он может и загрузил документы необходимые, да, и подтвержден для поступления в магистратуру. У нас были кейсы, это важно, я думаю, мы это напишем на сайте. Спасибо большое за ваш вопрос. У нас были абитуриенты, которые не загружали портфолио, проходили собеседование. Они не всегда получали проходной балл, но по сути собеседование это часть портфолио. То есть вы, если вы считаете, что вы ничего не загрузите, но получите балл по собеседованию, минимально необходимый для платного, собеседование это тоже портфолио. Поэтому я думаю, мы это поясним, что мы на собеседование записываем зарегистрированных абитуриентов, а не загрузивших портфолио, потому что мы проводим собеседование, в том числе без портфолио, и это возможность, это выбор абитуриента, он может ничего не загружать, считать, что он получит там 37 баллов, и этого будет достаточно, чтобы пройти на платное место. Но регистрационный номер должен быть. Мы смотрим портфолио, если оно есть. Но у нас были кейсы, когда абитуриент приходил на собеседование и говорил, я ничего не загрузил, я поступаю на платное. Мне некуда это все собирать. Ну и как бы, ну, теоретически, ну, вот в последнее время, собственно, такие абитуриенты не проходили. Но вообще теоретически они могут пройти. И они, в принципе, были. Мы проводили с ними собеседование. Конечно же, лучше, если мы посмотрим портфолио, составим какое-то впечатление, нам будет о чем говорить. То есть, с точки зрения логики, здесь совершенно правильно, чтобы вы сначала загружали портфолио, потом мы с вами общались, потому что мы уже составим определенное впечатление и будем задавать вопросы, в том числе по вашему портфолио, так получится продуктивнее. Но с точки зрения практики, были вот и такие случаи, и мы не отказываем в собеседовании людям, которые говорят, я вот хочу минимальный балл набрать, я просто не собираю документы, я просто прохожу собеседование. Но все-таки он должен быть зарегистрирован, официально считаться абитуриентом. Ну, не просто человек, который не зарегистрировался в личном кабинете, и мало ли кто это, что он хочет. То есть у нас все-таки мы проходим официальную процедуру вступительных испытаний. Поэтому, как только получаете регистрационный номер, можете записываться. Про скидки. Так. Так, сейчас. Так, не вижу вопрос. Так. Сейчас, секунду. Можно, наверное, вот вопрос про скидки. Так, какой про разброс по баллам для получения скидки? Для получения скидки официальная информация, что скидку на основании именно портфолио вы получаете, если не добрали
5 баллов или менее до бюджета. Это общая информация, это общие требования, которые утверждены руководством Высшей школы экономики для магистратур. То есть либо в этом случае, либо второй вариант получения скидки тех, кто набрал баллы на бюджет, но не может претендовать на скидку. Это если есть магистерское образование и есть, или есть у нас есть диплом специалиста, и, соответственно, в этом случае не может быть бюджетного образования, но тогда есть право получить скидку. Но есть скидки по другим основаниям. То есть эта информация есть на сайте Высшей школы экономики, она общая. Данила, значит, собеседование проводят члены комиссии. Как правило, я и Роман Юрьевич, мы проводим собеседование. Также к нам подключаются и другие коллеги. Это преподаватели школы коммуникаций. Наши коллеги – это преподаватели практики, которые преподают на программе коммуникации, основанной на данных. По датам, коллеги, просьба присылать в чат. У нас есть даты собеседования, они у нас указаны были, насколько я помню, в новости. На всех пришлите, пожалуйста, те дни, в которых у нас проводится собеседование. И да, сейчас я могу это озвучить, наверное. 20-го, 21-го, 22-го, 24-го, 25-го, 27-го, 28-го июля с 13:00. Коллеги, продублируйте, пожалуйста, тоже в чат информацию. То есть, соответственно, не проводится, когда большая часть, про портфолио до 25-го, большая часть абитуриентов уже портфолио загрузили. Специальность у нас реклама связи с общественностью. Школа коммуникации, да, она одинаковая. По поводу записи на собеседование, то есть я как раз ответила, здесь это определенно установленные дни, они согласованы с руководством Высшей школы экономики, то есть досрочно нет, вот, с 20 июля. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если, может быть, что-то пропустила. Вроде, наверное, нет, да? О, да, мы уже 50 минут общаемся. Так, после собеседования... нет. Значит, после собеседования, после проверки портфолио, у нас... Во-первых, вы будете видеть с вашим регистрационным номером на сайте приемной комиссии Высшей школы экономики, будете видеть информацию, там не фамилия, да, будет указан ваш регистрационный номер и количество баллов. Значит, поступили, не поступили, поступили на платное или на бюджетное место, это вы увидите информацию, опять же, на сайте приемной комиссии, о проходном балле на бюджет, о критерии заключения договора на программе, то есть это проходной балл на коммерцию. Далее у нас после которой, так, я скажу, далее у нас будет есть информация, коллеги, так. Была эта информация на странице, по в любом случае нужно будет ее указать. У нас есть общий день показа портфолио. Так, информацию, да, найдете в разделе «Траектория поступления».
Показ портфолио – это день, в который вы можете подключиться онлайн и запросить обратную связь, если она у вас, если у вас есть вопросы. Так вы увидите ваши баллы. Дата, после которой записаться можно, нет, если вы подали документы, можете записаться, в том числе 25-го, 26-го, записаться на 27-го. Значит, скриншот об оплате курса. В оплате курса нет, не очень, потому что это не значит, что вы его прошли. Можно попросить какое-то подтверждение, справку или рекомендацию от преподавателя, какую-то информацию о том, какие вы задания сделали, или от... В общем, каким-то образом, или если это онлайн-курс, какую-то информацию о вашем прогрессе, баллах. То есть нам нужно понять, что вы его проходили. Вот здесь в зависимости от того, что это за курс, онлайн или офлайн. То есть бывало, что что-то даже прикладывали как бы от преподавателя, что у меня учится на таком-то курсе такой-то студент, вот он делал такие-то задания, что-то в таком формате. Может быть, если это онлайн, но обычно там можно как-то зафиксировать прогресс. В принципе, мы все рассматриваем. Безусловно, здесь, если есть еще какая-то необходимость завершить, то, конечно, есть смысл приложить то, что есть. Подумайте, как вы можете отразить... Ну, да, чека об оплате точно нет. Как вы можете отразить ваш прогресс? Коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Рвение к математике мне очень понравилось. Есть ли что-то, на что я не успела ответить? Если я что-то пропустила, коллеги, продублируйте, пожалуйста. Угу. Так, вроде, значит, наверное, все. Да, мы с вами общаемся сейчас. Кажется, время прошло незаметно, как показалось, как-то минут 15 прошло. Если нет вопросов, тогда будем с вами в любом случае на связи. Можно писать в чат для абитуриентов. По поводу собеседования. Специфичные вопросы... Ну, о вашем опыте вопросы будут. Но если вы хотите что-то рассказать, если вы что-то делали, какие-то проекты, то мы вам зададим вопросы о том, что вы делали и как. Если вы не делали... то мы поговорим с вами в целом о том, что вам интересно и что вы хотели бы делать, и, соответственно, что вы знаете об индустрии, что вы знаете о Data Science, что вы знаете о рекламе, о коммуникациях в целом. Вопросы, как на экзамене по билетам, нет. То есть это ваш опыт и ваше общее понимание индустрии. Но здесь вот два вот этих направления. То есть что-то посчитать или рассказать про... какие-то теории, подходы, здесь не нужно будет. Спасибо вам за интересные вопросы. Будем с вами на связи. Пишите, если появятся вопросы, пишите в чат для абитуриентов. Я там есть. Коллеги из центра по работе с абитуриентами тоже присутствуют в чате. И обязательно вам ответим. Да, всего доброго. Всем хорошего вечера. До свидания и до встречи, надеюсь, на собеседовании. Всего хорошего.